Идем потихоньку домой, таких баулов. Вот такой чудесный день, ребят. Сегодня мороз давит, но мне интересно. В общем, во время спуска решили остановиться на одной речке, где мы ловим обычно хариуса. И мне интересно, будет ли он ловиться в мороз. Потому что прошлые года попадали тоже в мороз, и он не клевал. Вот мне интересно, это закономерность или нет. В общем, такие дела. Сейчас ребята разгрузятся. И, соответственно... О! Как твой нужен, маленький? А там же ничего нет. Нет? А чай? А там термос, что ли? А где у тебя термос? А где мой термос? А где твой термос? Ты в рюкзак ужил. Посмотри в рюкзак. В общем, ребят, заехали на речку. Иванов уже сразу обрубился. На килоху сразу. В общем, этот хитрый парень прям рыбу достал, так рыба. Вот это рыбина. Стопэ, пацанчик. Дай селфач с тобой сделал. Ой. Килуха. Душевная рыбка. А как она сопротивлялась, это вообще пипец. Не успел, в общем, достать. Проголодались. Это не бери. Бери другой. Вон иди сюда сейчас делай. Мормышку не потеряй. Давайте похаваем, мы потом все пойдем ловить. А то мне... На голову крючок, Вася. Я не насадил червяка. Не насадил. Давай, найди этого. Вон. Оба найди там, оба. Нет, были, ну... В общем, каким-то чудом хариус поднялся и порвалась. Блин. Снасть. Моя. Вано там что-то бухтит один. Вано! Че бухтишь? От маленький отпустил его обратно. А. Батя что-то пытается. Батя там еще впереди есть, Лунка. Да что-то, блин, тут людей. Да ты у тебя он. Какие? Все, вот на. Давай сюда. У братана каким-то чудом. Две мормышки не ушло никуда. Данька. Тут готовит нам хавку и уже ругается. Уже немножко его меня немножко напрягает. А вчера я так напрягался, когда он начал окуня таскать, а я менял ножи на ледобуре. В общем, это карма. Хотя и я вон готовлю снасть. Что же, ребят, иду, делаю лунки. Он вроде отловился, Данилка. Вот, а так. В целом, в общем, не клюет. Это или из-за того, что уже дело идет к вечеру, или из-за чего. В общем, не шибко могу показывать, потому что холодно и батарейки садятся. А так, в целом, Танька он что-то поймал, вроде батя там одного поймал. Но активного такого клёва нету. Сейчас немножко дальше проеду, посмотрим, что там будет. Но что-то это удручает. Но опять же, уже время где-то в районе 3-4 часов, поэтому вот такой результат. Но мы не отчаиваемся. Сейчас немножко проедем, еще пробурим, если ничего. Ну что поделать, придется ехать уже домой. В общем, никаких проблем. Все. Все рассказываю. Ты не ловишь? Иди лови. Лунки сделаны. Тебе только осталось поймать. Вообще такие дела. Ой, я пришла из этого. Вот такая красивенькая картина, ребят. Но рыба почему-то... Рыбы нет! Не наблюдает. Потом в одном месте четко опускаю три хариуса. В лесу опускаю один, опускаю камеру, смотрю, два хариуса, опускаю второй. Ну, ради интереса камеру опускаю, еще один стоит, опускаю третий, опускаю, больше нету. Сколько отрез, больше не клюнуло, ничего. Вот такие дела, ребят. Но тоже, опять же, кто-то перед нами ездил, обловил реку, и, соответственно, рыбки нету, Нема. В принципе, здесь никто не забуривался, сейчас забуримся ради интереса, посмотрим. Но здесь, мне кажется, дальше слун должен быть, не туза, полыня. Блин, как ты проехал, чувак?
Но в прошлом году меня здесь остановило. Вот это полынья. А кто-то проехал. Он, наверное, снегоходчик не такой, как у меня. Лучный. И, соответственно, нифига там открытая прям. Ну, он полки проехал. Так, здесь пешком еще ходил чувак. Здесь какая-то собака что ли ходила. Блин, я, конечно, тут немножко рискую ее, но я думаю, здесь нет снег. Все-таки затвердел. Бля, какой же я неадекватный. Вот там все течет. И это как раз меня и остановило. А чувак пофиг проехал, пролетел. Пролетел санями еще. Такие вот дела. И это конечная точка, наверное, потому что дальше идти смысла нет. Нет, я могу пролететь, я чем-то сверху, наверное, пролечу. Тут вопросов тоже нет. Но даже на Антайке здесь, наверное, пропрыгну. Но что-то как-то я не хочу вот эти экстремальные кровозавораживающие эффекты. Так что сейчас еще здесь пробрюсь, посмотрим. Фу, не побрился недельку, и усы, и борода достала уже. Все время путается. И мерзнет там. В общем, надо побриться ручником. Фу, ну ладно, что. Мы столько-то хариуса поймали. Далеко не убирай, неси сюда, здесь попробуем еще. Шурик, неси сюда. Да, сюда, здесь попробуем забуриться, посмотрим и домой. В общем, такие дела. Надо было чуть раньше приехать, но из-за сборов и всех этих мероприятий, в общем-то, долгое время протянулось. Вот. Вчера, опять же, сильно насиделись на окуне. Можно было уже вчера собираться. Но я был вчера никакущий. Чё? Чё? Иди, давай здесь еще пробурим. И посмотрим нарочно. Может, где-то здесь какой-то остался. Какой-то последний ярый. Последний из магичан. Да. Немножко надо было раньше прийти, пока было солнышко. А так уже вечер и хариус. Ну, вечером бывает не клюет. А бывают вообще моменты, когда он клюет. Какие-то разовые у него акции или часовые по часу. Я думаю, он сегодня, наверное, целый день хорошо клевал. Может быть, он и хорошо клевал, но видите, мы все же. Че, все мерзнет-то? Палец-то как зараза прищемил. Как-то на меня немножко сделай, что ли. Ты записал, где эти хариусы выложил? Нет. А что тут? Мох какой-то растет. Ты уехал, перчатки у меня увез, тряпку увез, руки сырые, холодные. В общем, гиблое дело. Рыба ушла. На спячку. На спячку, да, на дальний кордон. Чего у меня так мерзнет этот моноход? О, ну что ж, не будем отчаиваться. Сейчас собираемся, едем дальше. Вот так. Вот такие дела. Ну что же, ребята, не стал уже снимать все наши дальнейшие баталии. Только что зашел домой. В целом, разгрузились. На улице похолодало. Она уже сейчас градусов 30. Нет, 25. 25? В общем, 25 градусов. Блин, замерз, пока ехали. В общем, все у нас отлично. Мы пришли домой. Сейчас покушаем, сходим в баньку. В общем, сделаем чил. Да. Вот Данька раздевается. Да. В общем, вы были, ребята, на канале Таежный Гость. Подписывайтесь и всем пока.
пока. Па-бам. Что ж, ребят, еду в город.